Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку. Петербург называется. Очень хорошее место я нашел. Что-то вот живу и даже и не знал. Называется Мозаичный дворик. Это место называют местные жители. Но местные жители — это я. Я цитирую то, что написано в путеводителе. По замыслу автора, заслуженного художника России Владимира Лубенко, она носит имя музей под открытым небом. Санкт-Петербург, Калин, культуру. Эта выставка задумывалась как подарок городу. Создавал ее художник более четверти века, практически всю своими собственными руками. Мозаичный дворик представляет собой музей под открытым небом, где представлены работы художника и основателя Малой академии художеств Владимир Васильевич Лубенко и его учеников. Часто стиль Лубенко сравнивается с знаменитыми работами каталонца Гауди. Но действительно, что-то такое есть. Вот когда ходишь, смотришь, просто интересно. Работы по созданию скульптур начались в 1984 году. Сегодня дворик украшает мозаичные барельефы и арт-объекты. При входе во двор сразу видишь большое панно «Санкт-Петербург. Олимп культуры», которое занимает целую стену дома. Рядом располагается скульптурный комплекс «Ангелочки». Возле парадной можно увидеть скульптурно-мозаичный комплекс «Атланты» и панно «Строители». Чуть дальше панно «Рождение весны» и фриз «Низ с дикими гусями». Если пройти вглубь двора, можно отдохнуть в зоне тихого отдыха. Там хорошие такие скамеечки. Я тоже посидел там, посмотрел. Погода была хорошая. Здесь мозаикой украшено все, от скамеек до бордюров. Ансамбль состоит из четырех львов. Фонтана «Мать и дитя». Вот закрыт был фонтан. Композиции «Плазма жизни» детского игрового комплекса «Мозаичный Олимпик». Солнечные часы, несколько панно «Здравствуй, город», танец, играющие дети. Кроме музея под открытым небом, здесь располагается и галерея художника, которую, как и сам дворик, можно посетить с 9 до 22. Но когда я был, она была закрыта. Там представлены работы Лубенко. Лубенко Владимир Васильевич – художник-монументалист, педагог, психолог, философ, посвятивший всю свою жизнь и творчество служению гармонии и открытой им стержневой истине, или, говоря научным языком, стержню спирали развития диалектического мира системных структур. Вот так, такое описание я нашел в интернете о художнике-монументалисте Лубенко Владимир Васильевич. Ну вот смотрите, что находится во дворе, очень забавно, очень красиво, и с удовольствием я посетил этот дворик недалеко от летнего сада. Лубенко – автор свыше 2000 произведений в различных видах и жанрах изобразительных искусств. Картины, мозаики, монументальные росписи, скульптуры. Им написано более 300 музыкальных произведений, песни, инструментальные композиции, музыка к спектаклям. Интересный, разносторонний человек. Но адрес официальный – это улица Чайковского, 2/7. Вход во дворик осуществляется со стороны набережной реки Фонтанки. Если идти со стороны набережной Кутузова, то нужно зайти во двор вторые ворота. Ну, в общем, смотрите сами. Интересное место, очень хорошее, очень рекомендуется для посещения. Пока-пока, до свидания.